От основ азбуки, театрального искусства до программирования и спортивных танцев. Центр дополнительного образования приглашает детей и молодежь развивать способности и таланты. К выбору несколько десятков кружков и секций. Можно найти объединение по интересам технического профиля. Это и картинг, это и трассовый моделизм, это и робототехника, и также использование современных технологий. Это 3D-технологии, а также использование графический дизайн, это с использованием планшетов. Последнее направление, так называемый digital art или цифровой рисунок, пользуется особой популярностью. Объединение основы компьютерной анимации ведет свою деятельность лишь с февраля. Обучались ребята 12 лет и старше, но занятия так полюбились и детям, и взрослым, что теперь в группы берут школьников помладше, с 8 лет. Ребята начнут с основ. Как только они прокачают свои навыки в обычном рисовании, пойдут в академический рисунок. Параллельно с этим они будут обучаться рисунку на графическом планшете, а в будущем, возможно, будут и заниматься анимацией, и создадут свой мультфильм. Расскажут и про основы комикса, раскадровка, ракурс, сценарий. В дальнейшем ребята смогут не только придумать, но и проиллюстрировать собственную историю. Обучают на базе двух самых популярных графических редакторов – Photoshop и Krita. Еще одно молодое объединение – Экотворчество – начнет работу в сентябре. Юных творцов научат создавать поделки и картины из природных материалов и вторсырья. Это могут быть тубусы от туалетной бумаги, например. Это картон, гофрированный разный. Это может быть шелуха от кукурузных початков. Рисуем, лепим. Центр дополнительного образования – это не только здание бывшего дома офицеров. Чтобы избежать длинных поездок до центра, в разных районах расположились так называемые клубы по месту жительства. Наш клуб по месту жительства находится в районе вокзала железнодорожного и автовокзала. Дети приходят с района улицы Интернациональной и ближайших районов от бульвара Молодежного. Для самых маленьких у нас есть школа развития. Также у нас для самых маленьких есть детская йога и танцевальные кружки, также пение. Ознакомиться подробнее с деятельностью Центра дополнительного образования можно на сайте и телефоном, указанным на экране. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.